Фестиваль Джорджа Енеску в Румынии – одно из ведущих событий в мире классической музыки. Каждые два года Бухарест почти на месяц становится площадкой для лучших оркестров и солистов мира. Они приезжают в румынскую столицу, чтобы отдать дань памяти Енеску, легендарному композитору, музыканту и дирижеру. Открыл фестиваль в дворцовом зале французский виолончелист Готье Капюсон в сопровождении оркестра под управлением Кристиана Мачеларо. В программе «Дворжик», «Си минор» – шедевр романтического репертуара. Готье Капюсон в Румынии не первый раз. Это хорошо знакомая мне фестивальная площадка. В последние годы я приезжал сюда с разными оркестрами, а сейчас я впервые играю с местным румынским оркестром. И для меня большая честь открывать фестиваль этого года с дирижером Кристианом Мачеларо. Я хорошо его знаю, так как он директор Национального оркестра Франции, а с этого года еще и его новый художественный руководитель. Так что для меня это двойная честь. Концерты проходят на различных знаковых площадках города. Дирижер Кристиан Мачеларо убежден, подобные мероприятия – бесценная инвестиция в культурную жизнь страны. Чтобы создать фестиваль такого масштаба, размаха, чтобы показать миру все самое лучшее, нужны большие финансовые затраты. Но это очень важно, и для Румынии это благо. В этом году мы пригласили почти 3500 артистов. Они приехали сюда, чтобы играть для здешней публики. Это здорово, так как привносит нечто новое, энергию в культурную жизнь страны. В течение месяца в румынской столице играют десятки концертов и спектаклей. Среди самых долгожданных – «Отелло Верди» в постановке Питера Кашира и Ноны Чабану. С помощью образов мы стараемся поддержать музыку, помня, что именно она – главный герой. Мы используем инструменты 21 века, но не злоупотребляем ими. Выстраивая иногда диалог, а иногда контрапункт. Фестиваль в румынской столице завершится 24 сентября.